Дружба – это аманат. Дружба – это доверие. Когда ты дружишь с человеком, ты должен полностью ему доверять. Доверие не может быть человеку, который не боится Аллаха. Знаете почему? Если он Аллаха ослушается, что ему стоит тебя оставить в трудную минуту? А, ничего не стоит ему это, братья. И человек, первый пункт, который должен в своем друге, это богобоязненность.